Их служба опасна и трудна. Мамы и папы в этих семьях полицейские. Андрей Гусев, например, старший инспектор, экспертно-криминалистического отдела Московского МВД. Он выезжает на места преступления и собирает улики. А Татьяна Москвина – инженер-электроник дежурной части Московского отдела МВД. Она обеспечивает непрерывную связь граждан с полицией. Несмотря на непростую работу, они заботливые родители. Что семья у нас дружная, любим друг друга. Мы любим детей, дети любят нас. Главное, чтобы в семье было взаимопонимание и здоровье. Оптимизма побольше по жизни. Чаще улыбаться, радоваться тому, что есть в данный момент. Поэтому, наверное, вот отсюда все. И дети, они дают заряд энергии, заряжают, и хочется дальше что-то двигаться вперед, помогают в каких-то даже в рабочих делах. То есть не только по дому, но и в работе. Все эти семьи полицейских многодетные, в каждой пока по 3 ребенка. Сегодня, накануне Дня семьи, любви и верности, они получают поздравления. Хотелось пожелать вам семейного благополучия, семейного долголетие, чтобы радовали вас дети. Вы, часть сотрудников, уже достигли определенных успехов. Я желаю вам в дальнейшем достигать еще. Ну и радоваться, самое главное, уже достижениям, успехам ваших деток. Поэтому от всей души вас поздравляю. Букеты вручаю мамам традиционно. Поздравляю. Поздравляю. И ценные подарки. На вопрос, как им удается совмещать работу и семейные обязанности, отвечают, шутя, что это совсем не сложно. К дополнительным хлоптам, таким, например, как проверка уроков или сборы в сад или школу с детьми, они уже давно привыкли. С неурядицами тоже знают, как бороться. Самое главное – искать компромисс и уметь находить его. Самое главное – взаимопонимание. Остальное делает любовь друг к другу. И дети немаловажны, они тоже помогают в этом, в принципе. Как бы, с детьми особо не поругаешься. Да, они соединяют. Они нас соединяют, и, соответственно, мы стараемся не ругаться. День Петра и Февронии семьи Гусевых и Москвиных собираются отмечать. Они планируют устроить дома настоящий праздник. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».